Спугнул селезня, пока камеры настраивал. Жалко. Молодец, молодец, уточка наманила. Селезень уже осторожный, конец сезона, сегодня закрытие, последний день. Настеганный, сходу не налетает. Кружится, кружится. Потом садится подальше, потихоньку подплывает. Все-таки я забрать селезня. Что-то куда-то его унесло из поля зрения. То кто-нибудь утащит. О, ничего себе, куда утянуло его. К берегу примело поближе. Уточка работает. Не черпануть бы водички. А там красавец. Ух, ямка. Не черпанул.
пиявок нацеплять успел. Красавец. Лямку провалился. Что такое? Берега у самого ямы. Чуть не черпанул. В прошлом году я под этим деревом скрадок делал. Там, конечно, удобнее было, обзор лучше. И сзади дерево тебя прикрывает, не видно. Нынче воды больше. Весна поздняя. Поэтому приходится здесь. Вот эти, конечно, ветки мешают, поросль. Охотиться, в принципе, они не особо мешают, для съемки неудобно больше. Водяная курочка. Журавли. Летают пара. Да его прибило под кусты. Маленький, конечно, но вкусный. Ну все, вот и закрыл я весенний сезон, собираюсь уже, времени немного. Такой вот сегодня скромный результат. Такая вот парочка красавцев. Точно такую же парочку упустил, конечно, пока с камерами возился. Но тем не менее, все равно я доволен. Сезон закрыл, отдохнул. Это все-таки весна. Значит, осенью больше добудем. В общем, собираю вещи и иду за машиной. Теперь до осени будем ждать открытия осенней охоты. На этом всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вот они мои.